Я хочу, чтобы это место было чистым, чтобы не было ни одной пылинки тут. Сквер мечты на улице Свердлова в прошлом году превратился в отличное место для прогулок. Он появился здесь по инициативе жителей окрестных домов. Благодаря им же содержится в порядке, ведь даже местная детвора знает, от кого зависит чистота. От всех людей, которые любят чистоту. Поэтому и на субботник в сквер мечты вышли и взрослые, и дети. Каждый выполнял работу по своим силам. Одни собирали мусор и прошлогодние листья, другие белили деревья и кустарники, третьи рыхлили землю на клумбах. К жителям двора присоединились давние друзья – химики, сотрудники блока. Московского филиала АО «Апатит» компании «Фосагро». Они и прежде ежегодно приводили в порядок эту территорию, даже когда здесь еще не было красивого сквера. На этот раз трудовой десант с предприятия взялся за самые сложные участки, которые в этом году будут благоустроены. Мы сейчас локально участвуем в этом мероприятии, а чистота вот нашего города она начнется только тогда, будет только тогда, когда каждый начнет следить за собой. Вот я, скажем, навожу чистоту в городе не только убирая здесь, но и не мусоря. 2 часа и общими усилиями территория приведена в порядок. Несколько десятков пакетов с мусором вывезли на полигон, а участники субботника, оценивая результат своей работы, говорили о том, что совместный труд объединяет все поколения. Конечно, субботники нужны, ребята, нужны обязательно. Надо общаться, как говорится, проводить время весело. Сделали вот парк. А что здесь было? Вы сами знаете, да, мы здесь тоже убирали 2 года. А сейчас красота какая стала. Депутат городского совета Наталья Красильникова – постоянный участник субботников на своем округе и один из инициаторов проекта по созданию сквера внутри этого микрорайона. Говорит, что и проект разрабатывали вместе с местными жителями, и теперь планы по развитию территории тоже строят вместе. То, что мы напланировали и обсуждали, будем делать. Есть к чему стремиться. Сквер востребован. Тут очень много мероприятий намечены. Мама, папа, я, спортивная семья Дрозд хочет провести. И к 1 июня хотим провести праздник, чтобы эта зона востребована была и использовалась по максимуму. Благоустройство сквера мечты началось в прошлом году. Реализована только первая часть проекта. Совсем скоро стартует второй. Здесь появится большой игровой комплекс «Адмирал», прогулочные зоны, игровая и спортивная площадки, а изюминкой станет сцена.